Всем привет из прошлого. Отправляюсь на поле. Сегодня пешком. Дорога не близкая, конечно, но что-то неохота как-то ехать ни на чем либо. Навстречу куча народу, блин. С огромными корзинами опять. Грибной сезон начался после сухого лета. Ну что ж, собственно, дойду, включусь. Поехали! Очень долго ходил, всякий шмурдяк унылый. И вот звук. Я сначала подумал, что это монета, но нет. Это какая-то... Это нихера себе тут ос. Это что такое? Это какая-то, видимо, старая часть от чего-то. Явно медная какая-то такая штучка, фигучка, хрен его знает. Если кто знает, пишите, может быть, сам разузнаю. Вперед. Двадцать четыре восемнадцать. Что же может быть? А вот что. Еще один гильзач, утерянный на глубине, сколько, штык с копейками. Бляха, вот серьезно, я специально не брал сегодня пакет для крупногабаритных, так сказать, целей. Но судьба распорядилась так, что еще одна гильза в мою коллекцию от такого снаряда. Собственно, стреляная. Не, я не против, но как его переть, это вопрос. Очередной глубокий сигнал был, и вот я выбил. Не знаю, что это такое. Ну, в смысле, от чего, не знаю. А, это пряжка, как обычно, язычок сломался. Либо конская, либо советская. Не знаю, конская это упряжь или какая. Что-то по звуку больше ничего нет. Ну, ни хреново так глубоко лежало. И все, больше ничего нет. Такая вот штука. Любопытно. Сигнал был 44. Вот на такой глубине. Голова от снаряда, коих у меня уже огромное количество. Но, может быть, почище здесь будут какие-то интересные надписи. А так, ну, неинтересно. Вот, честно говоря, я не знаю, что это. Я сначала подумал, что это замок. Но вы не представляете, насколько он тяжелый. Прям вот цельный кусок металла. Я думал, вот здесь вот, то есть по форме немножечко так напоминает, думал, здесь отверстие, здесь дужка сломана просто, но что-то я вот почистил, просто кусок металла какой-то от снаряда. Но хрен его знает, что это от снаряда тогда, непонятно. И опять осы меня преследуют. Да что ж ты будешь делать? Может быть, когда откислочу, будет ясно, что это такое. Но пока загадка. Вот две ямки. И в каждой был найден вот такой вот остаток от снаряда. Их явно здесь кто-то взрывал. Просто на поле взорвали. Либо кто-то, когда трактор боронил, подорвался на них. Либо еще в те времена. Ну, пробит вообще капсуль. Скорее всего, кто-то их взрывал. Ну, потому что слишком рядом они упали. Навряд ли так будет. И вот чтобы вот такие оставались, маленькие кусочки, я вообще никогда не видел. Очень странно. На том поле
находки меня не очень порадовали, поэтому я все-таки на следующий день решил поехать на большое поле, где я в прошлый раз находил деньгу. Сейчас похожу, посмотрю по результату. Долго я не буду ходить, наверное, часок. Посмотрим. Короче, я что-то уже упарился ходить, потому что, ну, находки никакие на самом деле. Вот. И только что выкопал шрапнель, и опять такой же звук. Я копаю, копаю. А это ни хрена не шрапнель. Это крестик. Это крестик. Сейчас я его почищу. Собственно, вот такой вот крестик. Не лепесток, но, судя по всему, может, да нет, медный, да. Надо будет его хорошенько так промыть, посмотреть, что это такое. Ну, крестик, блин, круто. Так, такое впечатление, что я наткнулся на какое-то место, где то ли стояло что-то, то ли кто-то тут что-то делал. Потому что вот гвоздь кованый, крестик, вот там вот лежал прям. Недалеко все это происходило. И вот еще вот такая штука. Что это? Не знаю. Но надо покрутиться, походить. Все, на сегодня я закончил. Вот они, находочки. Голова от снаряда. Я думал, они всегда латунные, но это почему-то проржавевшая вся. Почищу, посмотрим. Потом какой-то болт, по-моему. Вот эта вот штука. Проволока, какая-то хрень, гильзач, кованый гвоздь. Потом вот такая вот штучка. Такая, не знаю даже, почему-то у нее резьба снаружи. Всякие, блин, пробки, которые находились на глубине где-то почти полтора штыка. Я охреневал. Болтик, вот такая вот алюминиевая штучка. Две пульки, осколки, шрапнель. Это, видимо, куда-то вкручивалась здесь резьба. Ну и самое ценное — это крестик. Вот такая вот находочка. Ну что, третий день, третье поле. Я наконец-то тут выбрался на огроменное поле. Ну, там работают трактора. И в сигнал 44. А, вот. 44. И что же здесь? Пока сложно понять. Ну, по ходу дела, она вся съеденная, блин, и неразличимая. Что-то как-то все печально. Потом помою, пусть она чуть пообсохнет. Потом буду разбираться. Монетка. Тут шрапнель, гильзы и всякий шлак. Ну вот, первая монета на этом поле. Поехали дальше. Буквально два шага сделал. Снова сигнал. Еще одна монета. Я ее еще и лопатой цепанул. Ну вообще класс. Такое впечатление, что здесь все монеты просто наглухо стерты временем. От удобрений, потому что это картофельное поле. Блин, вообще как будто чистейшее. Вот, смотрите, прям просто пустая грань. Ну, все придется чистить и потом смотреть, что это. Вперед! Так. Пошли советы. Ранние причем. Пятерка. 5 копеек 1930 года. Неплохо. Неплохо. На такой глубине. Берем.
Два шага делаю и падаю на колени, чтобы поднять очередную монету. Советы. Что тут? 3 копейки? 1972. Да, 1972. 3 копейки, но такие подушедшие. Уже темные все. Тут все съедено уже. Идем дальше, очень интересно. О, честно говоря, собирался к машине. Тут был сигнал, и я не смог не покопать. И оперный трын, брат-близнец той штуки, которую я нашел на совершенно другом поле, в совершенно другом месте. Нож очередной. Хорошая такая сталь, крепчайшая. И вот там вот, сейчас пойду покажу. Фух. Да, на краю поля что только не найдешь. Нашел сцепку. Вот такой вот. И еще вот трубу железную. Все пойдет. На чермет сдам. Хоть что-то можно будет получить. Ну что, вот они находки. Я тут всего немного походил. Наверное, часа два. Ну, поле вот какое. Сейчас, наверное, на солнце будет плохо видно. Ну вот. Огромнейшее. Я прошел только вот, даже половину поля не прошел, четверть. И вот тут чуть-чуть вот, по некоторым бороздам, потому что все-таки картошку еще не всю собрали. Блин, солнце фигачит. Картошку еще не всю собрали. Вот, по вот этим частям я не стал ходить. Ходил только вот, где трактор проезжал, уже все собрал. Ну вот, две парные монеты, собственно, 5 копеек 1930 года и 3 копейки 1972. Пятерка в самом лучшем сохране, вообще просто с ней ничего не надо делать. Трешка, не знаю, может быть, не буду тоже ничего с ней делать, так оставлю. Я вообще понял, что лучше монеты особо не чистить. Это почти ушедшая, мне кажется, это 1 копейка какого-то тут, какой-то там 89-й, что-то такое. 89 видно. Ну, блин, просто съеденная напрочь. Печалька. И вот это тоже вообще, она как будто отшлифована чем-то. Это не я, кстати, с лопатой попал. Хотя, может быть, и я свежая такая. Блин, ну, печально, печально. Но за пятерочку я рад. Потом, ну, это головка от снаряда. Потом вот такая штука. Ну, это, скорее всего, от плуга какого-то, который распахивали. Какой-то колпачок от чего-то, но он без всяких опознавательных элементов. И вот две разные, разного размера такие штучки. Я сначала подумал, что это половина гильзы, но тут ничего нету. А это вообще вот такая вот... Хрен его знает. Не от обоймы же. Ну, всякий мусор. И какая-то вот... Ну, тоже, скорее всего, мусор. Непонятно. Ну и из железа вот, пожалуй, такие тяжелые штучки в мою коллекцию. Потом все разом буду сдавать. А на этом все. Что ж, на первом поле я нашел гильзач. Здоровый такой, первого, конечно, очень неудобно. На втором поле я нашел крестик. Это, наверное, повезло, потому что оно, скорее всего, выбитое. А это поле, ну, придет сюда еще несколько раз приехать, потому что мне кажется, что надо немного в другое местечко будет пойти. В общем, разведать обстановочку. 4 монеты за 2 часа, я считаю, это мой лучший выезд вообще за все время, что я занимаюсь копом. А вам спасибо, что смотрели. Всем пока!